Всем привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал, меня зовут Арби, и мы продолжаем прохождение игры Тени Мордора. Итак, у нас сегодня будут немного побочные задания, я тут заранее добежал их, тут в округе вот немало. Первое задание будет Призрак, потом Буря Войны, Опасный Шепот, Вербовка и Противоборство. Давайте начнем с Призрака, он поближе всех. Никуда бежать нам не придется. Принять, конечно же. Посмотрим, что нас ждет. Так, убить уроков ударом сверху. Понятно. Скрытно убить уроков, оставаясь незамеченным. 5 уроков надо убить. Все ясно. Так, тут сколько? Ну-ка. Наверху один. Вон там один. Ну-ка, дружочек. Дратуйте, сэр, дратуйте. Так, мне их еще сверху нужно поубивать. Ух ты, тут два главаря. Немало тут их, немало. Так, ладно. Главное, чтобы никто нас не заметил. Так, уйти не хочешь, нет? Посмотрим, кто тут еще есть в округе. Ну, один уходит. Это хорошо. Ну, давай, молодец, поднимайся, я пока этого убью. Есть. Теперь быстренько поднимаемся обратно. И уже добьем вот этого. Готов. Погнали дальше. Не будем задерживаться на одном и том же. Так, стрелы... Блин, ты что ты делаешь? Стрелы мне не нужны. Ну-ка глянем. Вон там один. Вот эти двое наверху. Там внизу никого больше нет? Нет. Значит, можно сделать так. Подвинь свои ляжки. Есть. Там, там, там. Вот еще. Иди-ка сюда. Только тихо. Одного нужно убить. Ой, блин! Это был последний. Черт! Надо было его сверху убить. Вот я облажался. Как я так мог вообще? Ну да ладно. Ничего страшного. Что делаю? Следующее задание. Буря войны. Это у нас с луком. Здорово, пацаны. Как ваш ничего? Отдыхаю, смотрю. Двигай ляжки. Да что ты делаешь? Так, задание с луком мне тоже очень нравится, но стелс мне нравится чуть побольше. Так, 150 всего лишь даю там. Немного. Оседлать Карагра. Не вопрос. Сейчас седлаем. Он там сидел, ждал меня, да? Так, найти патруль уроков. Дополнительная задача завершить за 5 минут. Ух ты. Ты еще и на время. Ничего себе. Завершить за 5 минут. Ну, я постараюсь, я постараюсь. Не обещаю. Хватит прыгать. Кусать. Истощить зверя. А при чем тут лук? Убить стрелами уроков разведчиков. Хорошо. Тратите. Приветики. А ты куда собрался? Я тебя не отпускал. Болтун, блин. Так, следующий отряд. Осталось 6. Надеюсь, они все там. 4 минуты у меня остается. Ну, в принципе, я успею. Времени много. Хотя бежать. Ну, бежать тоже близко, так что все нормально, я успею.
Можно даже расслабиться, книжку почитать, кофеечек попить. И все такое. Беги, давай, быстрей. Так, а по стенам карабкаешься, да? Вот красавчик, вот молодец. Они уже здесь? Блин, тут их только четверо. А мне еще... А, вон еще одна цель появилась, понял. Да давай, беги. Драти. Приветик. Пока. Спокойной ночи. Все, идем к остальным. Блин, а мог сначала... Надо было сначала к тем пробежаться. Хотя 3 минуты, еще куча времени. Там всего лишь 2 разведчика. Так что я успею. Мне бы еще лук, блин. Хотя этот лук... Мне бы вот такой лук в Far Cry было бы вообще шикарно. В Primal вообще, блин, цены бы ему не было. Хотя в Primal и без лука нормально справляться можно. А вон там уже и наши разведчики, их 3. А мне же нужно... Зачем так много? Мне же только 2 осталось убить. Еще 1 цель дали мне. Приветик. Тебе тоже... А, ну все. Задача выполнена. Сейчас. А, я же его могу истощить. Так, сейчас выберем следующее наше задание. Полностью восстановилось. Ничего себе. А, опасный шепот. Отправляемся. Ну, только не на Карагре. Меня на нем быстренько найдут. Жаль, я ему приказывать не могу. Но я думаю, это временно. Потом научится с улучшениями всякими. А, еще выше. Хорошо. Раз еще выше, так не проблема. Забирайся давай. Ну все, опасный шепот. Создайте легенду клинка Харна. Сейчас все будет. Опять у нас стелс. Убить уроков пока не... Что? А, пока не подались зову призрака. Хорошо. Сейчас он отойдет. Сейчас он отойдет. Сейчас, секундочку. Надо будет его призвать. О, вот еще один. Ну давай, уходи оттуда. Ты мне всю малину портишь. Давай, вали, твою мать! Избежать обнаружения. А, ладно, черт с тобой. Ой, что-то не выстрелил. Блин, и этот еще идет. А, чтобы... А, это я знаю. Это я знаю, это я знаю. Так, ладно. Не буду время тратить. Сейчас сделаю просто вот так. Легко и просто. Иди-ка сюда. Быстрее давай. Хватит колокольчики мять. Главное, чтобы нас никто не увидел. Давай быстрее подходи сюда. Ой, олень, ой, олень. Давай сюда. Все. Был солдат и нет солдата. Так, давай-ка теперь тебя. Иди сюда. Ой, они придурки. Так, отвлекаем, отвлекаем вот этого. Давай ближе. Есть. Я так на месте их вот. Не буду отсюда сходить, наверное, всех поубиваю. Ну, кроме того лучника. Тут как раз 5, как мне и нужно. Давай ближе. Я здесь, идиот. Хотя до того тоже я не достану, видимо. Ну и ладно. Так, забирайся. Все. Его прям так и призывать не нужно. Сейчас спустимся. Не твое собачье дело, кто здесь. О, это еще и главарь какой-то, да?
Вообще шикарно. Ну, блин. По незнанке спроса нет. Получено очко способности. Так, все. Я не хотел тебя убивать, ты сам вообще... Че ты как обычный сторож ходишь, блин? Дуратек. Так, сосредотачивание мне нужно, да. Есть. Быстрое добивание. Уменьшает время казни. Вот это хорошо. А то, блин, постоянно не успеваю их добить. Ну все, отлично. Ух ты, тебя скручило-то как, ты чё? Ладно, давайте выполнять следующее задание. Это вербовка. Отправимся сюда. В принципе, здесь от них прятаться не нужно. Можно и так пробежать. Так, тут вас сколько, пацанчики? Трати. Тут главарь, да? Ну ладно. Возможно, он по сюжету понадобится. Так что оставим его в покое. Иди сюда. Тебя нам нужно допросить. Получить сведения. Узнаем об оставшихся. Это кто такой? А, этого я только что, походу, убил, да. Вот, об этом узнаем. Ух ты, какое страшилище-то. Красавец прям. Его бы вожди. Все, этот готов. Так, что у нас там? Задание совсем близко. Так, с этими подеремся. Я хочу с ними подраться. Идите-ка сюда. Испытаю как раз свое быстрое добивание. А, так, он не на земле. Ну-ка. Во, это быстрее, ну не так, чтобы очень. Ох ты, черт. Улетела башка. Ладно. Где? А, вот здесь еще один. Хорошо, я иду за тобой. Ты сам напросился. Покеда, дружище. Так. А, сведения. Сейчас заберем и начнем задание, пацаны. Вот, отвечаю, прям сейчас начнем. Вот у нас последний неизвестный. Фу! Ты чё, блин? На изюм похож. Страшненький такой. Простите, сэр. Вербовка, давай начинай. Ой, это ж про него. Будем драться с изюмом. Эй, Грантс! Join me, or you get the axe. I'd rather die. Так, ну чё, дерется, да? А нам чё, наблюдать нужно, что ли, или как? Ну, давайте, деритесь. Кстати, чё там про него? Чё он боится, чё не боится? Он вообще... Всего боится. Даже смотреть не нужно. О, там мясо летает. А убивает он их с одной стрелы. Ладно. О, неуязвим. Этого я не заметил. Так, ребятки, разбежались. Иди-ка сюда. Рейнджер! Сейчас ты у меня сдохнешь, падла. Куда ты собрался? Я с тобой еще не разобрался, дружочек. О, еще один. Бежит трусливый уродец. Под тишка меня хочет ударить. О, у меня тут сведения прибежали.
Что такое? Он что, умер? Бежал? А, ну... Назад. Next time, you piece of shrug, вы, блин! You won't be so lucky. Стоять. Где мои сведения? Вот это? Стоять. Да отойди ты. Да быстрее давай. Иди сюда. Иди сюда, блин, быстрее давай. Да черт тебя в ухо. Да ты чё, блин, поймать его не можешь? Вот. Ой, еще там кто-то. Так, ладно, допрашивать нам, в смысле, его уже нет причин, так что давай убьем его, и все. Есть, готов. Ушел отсюда. А кто тут орал? Ладно, деритесь с этим, как его там. О, бегите отсюда. Так, давайте еще одно задание выполним, а то как-то быстро это все прошло. Противоборство. Сейчас отправимся туда. Это тоже близко, так что все нормально, пацаны. Это даже очень близко. Нам останется только на скалу залезть. О, еще и сведения бегают, но они нам не нужны. Хотя нет, не нужны. Если это простой человек, то его можно просто освободить и все. Человек, да? Чё сказал? О, он похож на предыдущего главаря. Пока-пока. Так, иди-ка сюда. Ну-ка. Про кого-нибудь, что-нибудь вообще тут есть? Нету. Ну давай про мертвого. Нет. Давай про него. Все знаем. Во, пробел сведения. Уязвим для боевого добивания, боясь караграф. Все, понял. Да отпусти ты, блин. Все, пока. Ты чё падаешь? Я его не трогаю, он боится меня. Так, мне еще нужно перед тем, как я начну задание. Стрелы немножко. Почти полные, подожди, дружок. Вот теперь все, гуляй. Трусливые уроки, блин. Ну все, начинаем. Победитель аж. Гарна Крушителя. Победите, вернее. Сейчас посмотрим. Реально красавчик. Так, а сначала убить всех приспешников. Ну, не проблема, не проблема. Ой, там еще один сзади. Сейчас они выйдут. Да чтоб вас... Чего вы на месте-то стоите, дурачье? Есть. 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 Готов. Вот так. Все. А ты куда полез-то? Дурачок. Рейнджер! Рейнджер! Ну тебе вообще в топ-модели надо идти. Вот сейчас мы ему такие серию ударчиков намутим. Вот так тебе. Ну-ка иди сюда. Натя. Лети. Вот такие вот дела, друзья. Задание мы прошли.
О, а вы что, новенькие? Не видели, что тут было? Ты куда намылился? Я тебя не отпускал. А, мне стрелы нужны, ладно. Я тебя убить хотел по-человечески, но так уж вышло. Пока-пока. Так, ну все. Задание выполнено. На этом я с вами прощаюсь. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайки. Всем удачи и пока, друзья. До скорых встреч. Hey, go, hey.